Крыму. План ремонта у нас есть, средства мы пока не просчитали. Сразу скажу, план есть. Павел Степанович, есть что-то сказать? Планы есть, мы выезжали в совет ветеранов, где мы обсуждали наши планы, что предполагается. Ранее предполагали три варианта, но пришли к одному единому варианту, где у нас керамогранит отвалился, будем делать из керамического кирпича облицовку. То есть на сегодняшний день мы запросили проект фундамента, она у Васильева имеется. То есть со слов мы получили, что фундамент надежен, и поэтому, то если мы условно сделаем керамическим кирпичом, темно-бордовым цветом, то, во-первых, эскиз это тоже выглядит хорошо. Ну, наверное, на этом мы и остановимся. Работу, я думаю, наверное, ждем через неделю-полтора, когда у нас погодные условия все-таки примут плюсовую температуру. Сначала мы сделаем вот это, где у нас большая вот эта, а потом последующим, наверное, и остальные, где период от 5 комсомольских, сколько там 5 объектов-то, это тоже будем убирать. То есть в задачах стоит керамогранит вообще убрать, сделать из керамического кирпича, который он так-то, на наш взгляд, он будет более живым объектом, чем вот этот керамогранит.